Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Приходит день, и солнце всходит снова. А что вначале было? Было слово. Было доброе слово, и свет появился из тьмы. Над водой, над землей засиял небосвод голубой. А потом? Появились растения, звери и птицы, и мы. Значит, люди? Да, люди. Здравствуйте, дорогие друзья! Вам уже знакомо имя Константина Паустовского. Мы не раз читали его замечательные произведения. Сегодня мы познакомимся с еще одним его рассказом. Он называется «Жильцы старого дома». Это зарисовки автора, его воспоминания о жизни в деревне. Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы. Однажды дворовый черный кот сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно кот почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза кота побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к коту. Хотел обнюхать этого загадочного зверя. Черный кот изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху. Война была объявлена. И с тех пор жизнь для кота потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика. У черного кота, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек-капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой, и к тому же такому узкому, что временами кот долго думал, куда поставить лапу. Вообще в жизни черного кота бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотву вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком. И все сошло. Он даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы кота вздрагивали от негодования. Один только раз за все лето черный кот, сидя на крыше, усмехнулся. Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой. В нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку. Сварливый голенастый петух, прозванный Горлачом, пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, средь бела дня происходит грабеж. Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью. Внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Черный кот знал, что это значит. Петух разъярялся. Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом. Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону. Должно быть, от корки пахло псиной.
Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез. И сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки. Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости. Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши не было никакой возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица. Она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести. Нам вспоминались средневековые харчевни. О них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску. Так же, как и в средневековой харчевне, дома нас встречали бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой. Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них. И часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков. Ходики были очень веселые, разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал. Должно быть для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей, не убегали вперед на 3 часа в сутки или не останавливались без всякой причины. Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись. «Эдинбург, Шотландия. Делал мастер Гальвестон». Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук. Через много лет, поздней осенью, в старом игулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам. Из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия. Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина. Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления. Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и, как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли. Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит в деревне, одна, в пустых нетопленных комнатах. И, может быть, в непроглядные тихие ночи она снова просыпается и играет. Но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей. Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, черного кота, петуха, ходиков и музыкального ящика, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший великую сушь. О них придется рассказать в другой раз. Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, и ворчание Фунтика, недовольного ходиками, я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно. Вот такая замечательная история, дорогие мои. Писатель Константин Паустовский поразительно ярко описал жизнь старого деревенского дома и его обитателей. Как много мы о них узнали! Знаете, друзья, очень интересно бывает следить за тем, что происходит вокруг нас. Понаблюдайте и вы за жизнью своего дома или двора. Там наверняка найдется много любопытного. А я сейчас желаю вам всего самого-самого хорошего. Храни вас Господь.